«Сними неприкосновенность, если сможешь». Вчерашнее представление под куполом – топ-тема дня в парламенте. О лишенных иммунитета и не лишенных говорят во всех фракциях. А вот возле здания Рады громкие лозунги уже не звучат. И сотен активистов, обещавших стоять до победного на Грушевского, сегодня не больше десятка. И то, скорее, для проформы. Хотя в парламенте сериал «Лишение неприкосновенности» еще не завершился. В регламентном комитете рассматривают еще одно представление на нардепа. Но об этом чуть позже.